Преступник отвез терминал оплаты в район городского кладбища. Там его вскрыл и похитил деньги. В терминале денег было немного, там порядка 6500. Ну, факт в том, что сам терминал достаточно дорого стоит, там в районе 70 тысяч. Поэтому сумма ущерба там соответствующая. Благодаря камерам видеонаблюдения сотрудниками полиции личность злоумышленника была установлена. Вскоре подозреваемого задержали. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Молодой человек во всем признался, написал явку с повинной. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса. Кражи с причинением значительного ущерба гражданину. Терминала в том месте, где его оставил преступник, так и не обнаружили. Меру наказания определит суд.